Хотел записать с первого дубля, не получилось. Мне там позвонил братишка, прервал нашу запись. Так, начнем сначала. Сегодня у нас 27 апреля 2024 года. Планета Земля, четвертая планета от Солнца. Наша дислокация — Российская Федерация, Красноярский край, город Тихорецк. Город Тихорецк. Вот, зовут меня Рогозин Николай. Представлюсь, мне 39 лет. Вот. Верующий христианин, отношусь к христианам веры евангельской. А это вот мое такое хозяйство. Моим цыпляткам уже сегодня третья неделька. Уже такие вот красавцы, да, мамаша? Скоро будем мамашу отсаживать, потому что я задавался вопросом, когда убирать кочку. И как бы дали определенные признаки, кто там хочет посмотреть. У меня... Ты что-то орешь-то? У меня там есть видео, где есть комментарии. Потом запишу отдельное видео уже с такими выводами. Так, что тут у нас? Давайте яички проверим. Я уже, конечно, проверял, но покажу вам. Здесь у нас два яичка лежало. Собственно говоря, вот видите, они там в темноте. Вот это тоже их два, не изменилось. Значит, смотрите. У меня три утки уже сели. Три уточки сели. Одна вот здесь вот у нас сидит. Я сейчас вам покажу. Подружайте, давайте. Вон она сидит. Вот одна сидит на кладке. Вот там вдалеке у нас сидит вторая на кладке. Видите, сколько пуха. Вот тут сколько яиц, это тоже еще одна кладка. Первая наша сидит, подружайка, вон она на кладке. Вот, и еще они одну кладку сделали. Вот, я тоже радовался. Вот она кладка, видите, сколько уже там, 5 штучек яиц. Все. Хлорелла, видите, как у нас активно растет. Водоросль зеленая, кстати, очень полезная. Утки будут ее лупить. Микро-макронутриенты, вот тема. То есть она сама с собой завелась. Ну, как-то классно получилось. Так, давайте сейчас зайдем, где у нас яичное производство. Ведь реально, смотри, задуматься, что курица — это прибор для приготовления. Какой паук сидит? Кто любит пауков, добро пожаловать. Арахнофобия. Реально, если задуматься, что курицы — это такие некие машины по производству белка, животного белка. Из продукции растительного происхождения, грубо говоря, как и всякое животное. Вот, курочка, это вот моя доминанта. Ой, брамочка моя сидит, девочка. Я с нее собираю яички, хочу на инкубацию собрать. Она сидит, не будем ее тревожить. Так, здесь у нас одно яичко, здесь у нас три, здесь пусто. Короче, стали вот туда нестись. Активно стали нестись на пол. Видимо, им понравилось. Она почему здесь на полу? Потому что она сама по себе очень крупная курочка. Но вообще порода брама, они такие крупные. У меня в планах есть, если Господу будет угодно и живы будем, завести на породу брама. Брама куропатчатая. Мне очень понравилось курочки этой породы. Так, ну давайте пройдем мы на нашу растительность. Здесь смотрите, что у нас новое появилось. Это вот ландыши. Краснокнижные ландыши у нас здесь растут. Вот, видите, какая красота. Запах от них неимоверно вкусный стоит. Они как раз где-то к 1 мая у нас начинают цвести. Вот, ну сейчас погода сместилась. Чуть раньше все это начинает происходить. Здесь вот Анюта посадила у нас лучок. Свежая деляночка. Так, что тут у нас? Здесь у нас щавель. Активно мы кормим. А вот смотри, шпинат, помнишь? Вот какой он уже вырос. Ну, грубо говоря, то есть этот шпинат уже можно кушать. То есть вот, его даже уже можно продавать, кто занимается продажами. Ну, мы-то, и вообще это у нас как бы корм для людей и для животных будет. Ну, что очень полезная штука, там много всякой вкусняшки. Смотри, как поперла свекла. Аж радуется сердце, когда смотришь на такую свеклу. Наверное, она, конечно, нужно прорвать ее. Вот она как поперла, какая красота. А тут у нас кинза поперла. Это кинза или что это у нас сейчас? Петрушка. Петрушенца. Аня переживала, что она что-то не вылазит. Поперла петрушка. Кинза, моя девочка. Лянь какая. Лянь, как поперла. Ну, то есть, чтобы ты понимал. Вот. Ну, если уж очень хочется, то на салат уже можно надергать. Вот, тут у нас кинза. Тут у нас укропчик. Это моя клубничка. Ну, клубника старая, такая не ремонтантная, обыкновенная. Обыкновенная у нас клубника. Редис уже полным ходом здесь у нас. То есть, чтобы ты понимал, вот он, видишь, уже редис полным ходом. Можно вполне собирать. Классно. Клубника очень активно завязывается. Очень-очень много завязей. То есть, смотри. Видишь, это клубника.
Это клубника, уже опыл идет, ну, активно. Вот уже начинаются эти усики, видишь, растут усики. Их нужно вот так вот обрывать. Это уже начинает она активно размножаться. То есть нам это не нужно, сейчас я буду как раз заниматься этим, потому что усы пустили. Это мы по осени будем ее размножать. Сейчас нам нужна ягода. Размножение нам не нужно. Здесь, если вы помните, у нас батл идет попкорнов. Здесь агроуспех за бешеные бабки. А здесь обычный попкорн, который купил на рынке. Посмотрим, будет ли вообще какая-либо разница. Лучок растет. Ежевика Arc Prime Freedom активно начала расти. Уже нужно прям шпалеру ставить. Будем собирать. Так, что еще здесь? Здесь у меня делянка тоже с кукурузой. Ну, тут, короче, непонятно, где здесь кукуруза, где здесь ничего. Так что здесь пока результатов никаких у нас нету. Так, что еще? Давайте покажу вам. Покажу. Вот, здесь у нас морковка растет. Здесь у нас картошечка. Картопличка. Картопушечка. Бульба. Кто как хочет, так и называет. Ну, здесь у нас малинник. Собственно, все мы максимально пропалываем, поливаем, ухаживаем. Все, очень много у нас, ну не то, что много, ну ягоды есть, вишенки, видите, как завязались очень хорошо. Очень много вот этого, как называется, персик. Я все время их путаю. Алыча, да? Нет, не алыча. В общем, много здесь. Мы будем тоже обрезать ее потом. То есть сейчас я вот вижу, но чтобы вблизи показать я не вижу. Вблизи показать. Ладно. А вот кто помнит, кто из моего детства, а-ля рожденного в СССР, помните, такая жвачка была? Вот она. Жвачка из моего детства. Давай, выпишу ее. Многие не поймут. Это кто был рожден в СССР, поймет. Ну, собственно, вот так вот все. Такое коротенькое отчетное видео. Все постепенно развивается, все движется. У нас вообще теплы. Уже температура под 30 стоит. Вот Аня посадила лучок на перо. Температура стоит под 30. Очень жарко. Очень хорошо. Мои цыплятки с инкубатора растут. Сейчас будем кормить уточек. И прочую эту тварь. Ну, тварь, в смысле, творение Божие. А нет, что ты тварь? Нет. Тварь, творение Божие. То есть у меня это не ругательное слово. Так что вот так вот. Сегодня, конечно, особой информации я вам не выдал. Ну, просто отчитался, как у нас что происходит. Илюха! Это мой Илюха, старший сын, и там кот Алексеевич зовут его. Хотя это она. Так что вот так вот. Все, ребят, всем спасибо. Занимайтесь сельским хозяйством. Это не так тяжело. Конечно, да, вы скажете, да, что ты там рассказываешь, что у тебя там объемы там 6 соток. Да, конечно, понятное дело. Но, по крайней мере, мы начинаем с малого. А там что будет? А там, как нас Господь поведет, скажет, расширяться. Будем расти. Есть, по крайней мере, понимание, как вырастить птицу, как вырастить картошку, как вырастить другие полезные фрукты, овощи. Все, всем мира. Всем Божьих благословений. Пока-пока.